Сегодня Международный день школьных библиотек. Он отмечается в четвертый понедельник октября. Традиционно в этот день организуются встречи с авторами произведений, проводятся конкурсы, выставки, библиотечные часы, презентации. Проводится сбор книг для нужд библиотек. В каждой школе есть библиотека, и именно оттуда начинаются все знания. Библиотека открывает школьнику безграничный мир книги, дает возможность познакомиться с выдающимися произведениями художественной литературы, прививает любовь к чтению. Уважаемые школьные библиотекари города, поздравляем вас с праздником, благополучия, удачи в делах и профессиональных успехов, новых творческих достижений!